Цветы, подарки и самые искренние слова благодарности адресованы сегодня ветеранам Великой Отечественной войны. В дом к почетному жителю Шымкента Алтыбаю Бабаеву пришли сотрудники акционерного общества «Народный банк Казахстана». Подарочный сертификат на приобретение бытовой техники и полугодовая подписка на газету «Рабат» очень обрадовали ветерана войны. Дружеской беседе за праздничным столом Алтыбай Бабаев вновь вспомнил ужас тех страшных 50 дней лета 1943 года, знаменитую Курскую битву, участником которой он был. Набор состоял из новобранцев, которые в ускоренном темпе проходили азы боевой науки. А потом форсирование Днепра, освобождение Киева, Житомира и Молдавии. Победили. Так, этим самым так мы рады. Но сейчас, вот, слава Богу, что нам, участникам, живым на сегодняшний день, праздновать, вот, дойти до 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Спасибо. Я пожелаю молодым поколениям нашим на сегодняшний день здоровья, чтобы они то, что мы не доделали, и мы не успели, чтобы они завершили. В рамках широкомасштабной акции «Народная победа» сотрудники одного из старейших банков Казахстана лично поздравили 34 ветерана Великой Отечественной войны. Все они являются вкладчиками Народного банка. Дорогие наши ветераны, дорогие жители Южно-Казахстанской области и города Шымкента, от имени Народного банка Казахстана поздравляю вас с Днем Победы. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и высоких достижений. Всего в ходе акции «Народная победа» сотрудниками Народного банка будет охвачено 525 ветеранов-вкладчиков по всей республике. Кроме этого, 9 мая для всех ветеранов, жителей и гостей области Народный банк Казахстана организовал праздничный концерт.